Здравствуйте, Майкл говорит. Спикер Викторыча Славика Володина зарегистрировали кандидатом в депутаты Государевской Думы. Тот расчувствовался и нарыдал в Телеграме пронзительный текст. Ну там вначале он заявил, что сам родом из славного города Саратова, где 400 лет назад начал учиться, а потом работать на благо людей. Затем были такие патетические строки. Цитата. Распад СССР стал для всех нас трагедией. Саратов пострадал больше, чем другие города. Оборонные предприятия, составляющие основу промышленности региона, оказались в тяжелейшей ситуации. Некоторые из них закрылись. Другие, пытаясь сохраниться, меняли профиль. Но все были вынуждены сокращать профессиональные кадры, производящие высокотехнологическую конкурентную продукцию. Последствия были настолько сильны, что до сегодняшнего дня промышленный потенциал не восстановился в полную мощь. Будет правильным об этом рассказать подробнее, поделиться своими мыслями на это счет. Тут одно из двух. Либо спикер Викторович существует в концепции бескомпромиссной дуристики, либо в состоянии бесконечного изощренного лицемерия, что ведет его тропками бескомпромиссной дуристики, потому что так легче в нынешних условиях жить и преуспевать. То есть попросту он считает кретинами всех остальных, пытаясь сыграть что-то воодушевляющее на дряблых, покрытых ржавчиной струнах. Мало того, что СССР распался 30 лет назад, прошла целая эпоха, в течение которой уже можно было отстроить совершенно новую благополучную страну, как это получилось у Германии и Японии, например, когда в 1945 году это были две полностью разрушенные страны, а в 1975 они стали ведущими экономиками мира со стремительным развитием дальше. Так вот, мало этого. Но больше меня поразили его горестные причитания в контексте феномена самого субъекта. То есть спикер Викторович Володин, на маникюренный путинский вельможа, который уже много лет живет как латиноамериканский барон в поместье на дорогущей земле с парками, гостевыми домами, особняками и кучей другой элитной недвижимости на десятки миллионов долларов, с вертолетом, полетами на отдельном самолете в регион. И при этом он публично льет слезоньки по Советскому Союзу. Трагедии, говорит, стал для всех нас распад СССР. Спикер Викторович, оставь Зюганову, Зюганова, не переигрывай, не плачь, иди вон на вертолете покатайся. Мечтал, небось, в СССРе.